Так, друзья, открыл я Санжен на 6 винтах, он держится. Что у нас внутри? Так, сейчас попробую показать. Все, во-первых, очень аккуратно собрано на разъемах. Антенна с двумя катушками, возможно, она есть версия у меня симметричная и может быть балансный вход какой-то там сделан, я не знаю. Вот от нее идет разъем на плату. И клеммы для подключения внешней антенны с петлей связи идут в центр антенны. И один из проводов идет на массу приемника, крайний, который снаружи. Вот, мне его дальше не разобрать. Безопасно, по крайней мере, я не нашел способа как. Здесь ручка, это, похоже, вклеена. Я сейчас попытался ее вытащить, мне не получилось. И дальше я его разбирать не буду. Пока, по крайней мере. Я просто вставлю 3,5 мм гнездо. Сейчас аккуратно попробую. Вот. Значит, здесь какой-то процессор. Это явно, наверное, цифровая часть. Блок обработки этот весь. Вот. Что-то интересное вот здесь. Мне туда не залезть. Тоже все сделано на разъемах. Но сам блок мне не вытащить. Я отвинтил один винтик, который крепится здесь. Вот он болтается. И похоже, что он на ручке этой держится. Я реально боюсь очень сильно тянуть за нее, потому что пока новая вещь, не хочется ее колупать. Качество сборки, ну, практически как на Соньках. То, что я вот разбирал. Очень все продумано, аккуратно даже. Жгутики так завязаны и приклеены, все, чтобы ничего нигде не болталось. Вот, внушает это, конечно, уважение. И антенна, смотрите, какая. Ну, явно те 200 мм, которые заявлены, тут есть. И две катушки. Это может быть их фирменное, то, что там запатентовано. У Секрейна Twin Coil. Как-то они там балансируются хитро. Я не знаю как бы деталей. И видел описание патента английского. Возможно, это она есть. Потому что Secrane D2E и вот этот Sanjin практически одно и то же. Просто под разными брендами. Так, динамик у нас тут 4 Ома. 6 Ватт. Здоровенный гад. С защитой, с магнитной. То есть, в смысле, с магнитный экран, видимо, сделан, чтобы не влияло. Вот, и хорошо, что антенна подальше от всего здесь расположена. Тут в теории можно было бы еще и длиннее вставить, сейчас сантиметров 5. Она, мне кажется, все-таки симметрично сделана специально. Есть у меня такое мнение. Вот я пока реально не буду дальше его разбирать, не хочу, и пока нет у меня причины, любопытство. Может, дорого мне обойтись, есть у меня такое предощущение. По крайней мере, пока. Вот. Как бы первичное любопытство удовлетворил. А дальше посмотрим. Да, из интересного, тут, кстати, вот провод экранированный, кабель, аудио идет куда-то. По-моему, к регулятору громкости как раз. Все очень красиво сделано, аккуратно. Мне прям после китайских поделей это радостно видеть. Не знаю пока еще, что показать. Здесь, наверное, не увидим мы на какой микросхеме собрано отсюда, по крайней мере. Так что пока, наверное, вот так. Немножко сейчас попробую приблизить и подсветить. Не очень у меня светло, но вот в объеме как все это выглядит. Антенна мне нравится, красивая и большая. И, наверное, вот на импортных приемниках самая большая, которую я видел вот здесь, такого размера не встречал. В остальных она сантиметров 15, наверное, если крупно считать. Здесь прям гигантская. И она, кстати, мне кажется, больше, чем наши делают. Мне кажется, даже не 10 миллиметров, а побольше. Но это так, на вскидку. Сейчас мне нечем померить. Да, и она идет не круглая, а как и все у них, с
со скошенными концами немножко, точнее торцы как будто обтесаны, как брус. Вот. Так, посмотрим, сколько тут идет проводов еще. От каждой катушки идет по 4 провода. Интересно, как помечены цветом они. Да, какая-то хитрая схема. Видимо, они как-то балансируются все-таки. А от самой антенны на плату тоже идет 4 провода, а не 2. Вот. Непонятно пока мне, как это все работает. Но, судя по звуку, работает хорошо. Пока только впечатление у меня приятное от этого. Был, конечно, небольшой такой страх увидеть здесь какой-нибудь трэш. Но вроде все хорошо. Пока так, ребята, я больше не буду его разбирать сегодня точно. Если что-то когда-нибудь случится у меня более глубокий вот этот дисассемблинг, тогда я вам обязательно покажу. Пока все.